Атлетика – многострадальный клуб, где уже неоднократно за прошедшие несколько сезонов сменялись главные тренеры, но этот раз одержал победу. После точной передачи Игоря Добровольского Кика вышел 1-1, и Бускетс, голкипер Барселоны, привычно уже снес его своей штрафной, за что и был наказан желтой карточкой и 11-метровым ударом. Шли уже добавленные минуты первого тайма, и Иван Роча выполнил очень уверенно этот 11-метровый штрафной удар 1-0. Так хозяева поля, футболисты «Атлетика», вышли вперед. Ну, а во втором тайме на 50-й минуте все тот же Иван Роча прекрасно выполнил штрафной удар. Эта победа досталась мадридцам большой ценой. Получили травмы Кика и Каминера. Ну, а Игорь Добровольский за минуту до конца победной встречи получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. Но Барселона перед ответным матчем Лиги чемпионов в Париже еще раз получила существенный удар по собственному самолюбию. Сарагоса принимала у себя на поле Депортиво из Ла-Коруньи, и преимущество футболистов в белых футболках чувствовалось на протяжении всего матча. Однако единственный мяч в этой встрече был забит на 28-й минуте Мигелем Пардесы. Игра была жесткой, а временами порой просто грубой, и бразилец Донатов